Черно говорить отдел. Вообще варить так довольно просто. Ну, покажу, как оно делается. Ну, моя методика сварки, она отличается немножко. Вот эти швы я варю чуть-чуть по-другому. То есть делаю по шву сварка, провожу сюда, потом небольшую паузу, чтобы немножко металл остыл, опять провожу сюда. И когда уже металл немножко прогреется, то есть уже он имеет больше. 2-3 раза я так делаю. После я уже начинаю сюда и сюда. Перепрыгиваю сюда и сюда. Сюда и сюда. Сюда и сюда. Таким образом он не прогорает. Вот при сварке тонкого металла бак очень тонкий. Этот 1-2, наверное, миллиметра. И так и сюда. Потом опять сюда и сюда. И пошел вот такими вот в обратную сторону. И получается вот такой шов. Вот. И металл можно варить тонкий, и он не горит. И довольно качественный шов. Если же вы начнете варить так, остыть так, у вас начнет он прогорать все равно. Поверьте мне, проверено опытом, так что вот так. Здесь они, видимо, паяли бак пайкой, поэтому олово начало затекать в сварку, в сварную шву попадать. Я начал стрелять, брызгать здесь. Значит, вот это штаны, вот мы видим так, вот как оно было. Значит, как сделать? Во-первых, нужно не нарушить линейность. Ну, как бы направление его, да? Поэтому берем сначала, срезаем одну часть. Одна у нас остается вот так вот. То есть она у нас держится. Мы срезаем одну часть вот так вот по кругу, убираем. В нее увариваем сначала одну половину. После чего, когда мы ее обварили, мы уже закрепили штаны, не нарушили положение, то есть относительно вот трубы от коллектора до штанов. То есть мы не нарушили, не сместили ничего. После чего, как мы уже обварили, все это закрепили, мы срезаем вторую половину. Ну, предварительно делаем так. Вырезы тоже здесь. И увариваем уже ее. То бишь вот так получается. Ну вот у меня видно, что я их резал напополам. Сначала одну часть отрезал. Потом вторую уже срезал. Ну и получилось вот так вот. Я надеюсь, объяснил доступно. Все. Как бы себестоимость невысока, но причина была для замены штанов. Трубы эти с коллектора, то есть, говорю, с коллектора со штанов, поэтому ходить будет долго. Единственное, что начнет ржаветь в местах сварки. Но на год хватит. Всем удачи!